Момент. А территориальная целостность, о том, что глава субъекта республики Дагестан не будет нести за это никакой ответственности, да, не гарантировать территориальную целостность. У нас самое большое вот это потрясение у людей вызвал именно этот пункт. Почему? Мы все прекрасно знаем, что нашу республику вот внезапно за эти несколько лет стало штормить именно по вот этим границы, не границы, земли, там Азербайджан, Чечня, еще Ставрополье, там казачество, что только не говорят. Разве это нормально, разве это правильно сейчас нам этот момент, вот это обсуждение выносить? Тем более у нас страна, у нас специальная военная операция, в четырех областях уже, да, в новом составе Российской Федерации объявлено военное положение, да. Но как в это время можно вот это выносить, вот этот момент обсуждению, когда штормит республику? Вся республика в шоке просто. Они, наши люди, категорически поручили довести до депутатов Народного собрания о недопустимости принятия именно этой поправки в первую очередь.